священник к распятию Христа положил зеркальце. Луч солнца попал на зеркальце, осветил лик Христа. Вот все начали говорить: чудо, чудо, новый христианин. Ну, логично, в общем-то, заметил. Какое же это чудо? Это зеркало отразило свет. Ага. Ну и начались погромы. Начались погромы. Кто виноват, как правило, тот, кто сказал евреям. Поэтому погибло. Вот в 1506 году тысячи в память о нем поставлен памятник. Ну, а мы зайдем в церковь, Погоди, я так и не понял, в чем вина, собственно. Ну, сказали, за язык потянул. Ну, сказал. Зачем? Все верили, хотели чудо. А он сказал правду. Это зеркальце отразило. Из-за этого начались причины... Хорошая причина. Очень важная причина. Очень серьезная причина такая. Для того, чтобы людей убивать. Я поняла.